Доскональный расчет у шахматной доски. У этих игроков есть всего лишь одна минута, чтобы рассчитать ходы на всю игру вперед. Все остальное – дело техники и слаженности команды. Чизмол – это как раз та модель, которая позволяет сформулировать принципы взаимодействия в командах и решать одну задачу, цельную задачу, целым большим коллективом. Эта игра уже давно любима всеми казанцами. В стенах КФУ проходил не один городской и республиканский турнир. В этом году чизбол вышел на новый уровень. 10 команд из разных уголков России приехали принять участие во всероссийском чемпионате по чизболу, приуроченном 215-летию Казанского университета. Сейчас мы начинаем проводить всероссийские чемпионаты, и в этом году мы его приурочили именно к 215-летию Казанского федерального университета. Символично, что именно Казанский федеральный университет, в стенах Казанского федерального университета развивается этот вид спорта. Чизбол – это увлекательная игра для профессионалов и азартное шоу для любителей шахмат. Только если в шахматах ты можешь предугадать ход противника, то тут ты даже не знаешь, чего пора ждать от твоего напарника. Шахматы – это игра один на один, конечно же. Но чизбол – это игра 8 на 8. То есть тут, можно сказать, своеобразный коллективный разум. Это необычно, потому что шахматы – это игра, которая имеет богатую историю. И, ну, по правде сказать, она не менялась практически за эту историю. А вот тут такое нововведение, и почему бы не попробовать? По итогам чемпионата по чизболу победители получат ценные подарки и грамоты. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.